Привет! В этом ролике я расскажу тебе, где купить игру, сколько она стоит, и даже позже ты получишь небольшой подарок. Я думаю, тебя тоже захватила эта прекрасная графика, которая в Myth of Empires. Красота тут и вправду на высоте, при невысоких требованиях игры. В общем, давай ближе к делу. Сразу расстрою. Игру убрали из Steam, так что там можно искать. Можно ее приобрести в VK Play. Качаешь его, заходишь под какой-нибудь учеткой из соцсетей. Купаешь, цена у нее на данный момент составляет 1799 рублей. Говорят, бывают скидки, но мы покупали без скидки. Ну вот мы и дошли до подарка. А подарок — это отдельная подсказка, так как при создании персонажа я столкнулся с проблемами. И сейчас тебе все покажу и расскажу. Нужно зарегистрироваться на самом сайте Myth of Empires. Ссылочка на этот сайт в описании под роликом. Регистрируешься, вводишь электронную почту и так далее. Затем заходишь в игру, и у тебя вот такая картинка при создании персонажа. Но тут у меня и были сложности. А у тебя не будет. Я подскажу. В общем, вводишь первые две строчки почту, под которой ты регистрировался на сайте Мифки. Потом дважды пароль, который ты создаешь сам. И нажимаешь кнопку, которая ниже строчки «Показать пароль». Что-то на этом языке. Тебе отправляется сгенерированный пароль на почту. Вводишь его в нижнюю пятую строчку и нажимаешь «Подтвердить». Все, тебя перекидывает на создание персонажа. И делаешь себе подобного или того, за которого бы ты хотел играть. Думаю, тебе точно помог этот гайд. С тебя царский лайк, подписочка и главное — колокольчик, дабы не пропускать следующие гайды или стримы, на которых у нас идет общение с нашим дружным коллективом. Ну а если ты хочешь поиграть в нашем дружном коллективе, тебе необходимо зайти в наш Discord, написать мне в личку, ну и мы встретимся в каком-нибудь из проектов. На сегодня у меня все. До новых встреч, пока.